В играх первенства Московской области, проходивших в «Авангарде», встретились команды из Солнечногорска и Сергиева Посада. Первую игру провели спортсмены 2001 года рождения. На протяжении всего времени нашим баскетболистам не везло. Они пропускали мячи за мячами. В итоге встречи солнечногорцы проиграли гостям со счетом 5-60. Вот что думают эксперты о таком огромном разрыве. 2001 год рождения – это первый год официальных соревнований у команд. И практика такова, что одна спортшкола рано начинает тренировать детей, кто-то уже 3 года тренируется, а команда Солнечногорска тренируется первый год. Поэтому они уступают в опыте, естественно, поступают в мастерстве и не так убедительны, как хотелось бы всем зрителям у себя на домашней площадке. Ну, нашим, как бы Солнечногорским, вашим ребятам надо двигаться, смотреть, учиться у Сергиева Посада, потому что у них как бы можно на них равняться, чтобы в дальнейшем также играть. На данном моменте они, конечно, уступают и в физическом плане, и в технике, и в бросковой части. В общем, впереди лето, надо работать и достигать таких целей, как Сергиев Посад. Вторая игра состоялась между баскетболистами 2000 года рождения. Солнечногорцы выиграли со счетом 58-54. Благодаря этому они вышли в финал четырех, который пройдет с 5 по 6 апреля в городе Лыткарино Московской области. Наши спортсмены 1999 года рождения также прошли финал четырех. Для них он пройдет позднее, с 19 по 20 апреля в Ногинске. Пожелаем землякам удачи. Екатерина Фокичева, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».